Всем привет! С вами Ирина, и сегодня я хочу сделать обзор на набор от фирмы Panna «Путеводный маяк». Меня просили сделать этот обзор, и я его делаю. Данный наборчик – это новинка фирмы Panna, акварельной серии. Он мне очень полюбился и запал в душу. Размер готовой работы у нас получается 20 на 25 сантиметров. И, как я и говорила, уровень сложности данной работы стоит троечка, то есть сложный. Ну, давайте мы его сейчас откроем и посмотрим, что же там внутри. Ну вот, мои хорошие, я достала наборчик из упаковки, и мы посмотрим, из чего же он состоит. Все это вот завернуто вот в такую вот вещичку. Мы видим, кстати, что схема здесь уже будет. Вот они, ниточки. Ниточек немного. Ну, в принципе, и работа небольшая. И нитки такие приятные на ощупь. Ну, гамма, я, в принципе, с ними знакома. Они связаны вот здесь, чтобы не махрились. Правда, почему-то не все связаны. Ну, ладно. Цвета очень красивые, нежные, голубенькие. Пасмочек не так много, но думаю, что все должно хватить. И далее у нас идет равномерка с иголочкой. Вот. Кусочек равномерки у нас здесь. А, кстати, какого аккаунта у нас равномерка идет? Равномерка у нас Линда 27-го аккаунта. Вот, если кто не видит, 27-й аккаунт Линды. Такая вот равномерочка, очень приятная для меня факт. Я последнее время люблю вышивать на равномерках. Не знаю, как, почему, но вот после своих маков от Лука С я стала любить очень это дело. Так, здесь мы видим инструкцию, простите меня. Здесь показано, как вытаскивать ниточку, как зашивать. Все, что хотите, можете найти в этой инструкции. Здесь все рассказано, даже про французские узелки. Кстати, этой частью инструкции я буду пользоваться, потому что французские узелки я не вышивала никогда. Так, ну и мы здесь видим рекламу. И это схема. Схема у нас, как вы видите, на обложке. Схема глянцевая. Я, конечно, не зачеркиваю схему, как вы знаете, но схема глянцевая. Будьте готовы, девочки. Здесь есть инструкция, здесь кресты, полукресты, шов французский узелок и шов назад иголочку. Но назад иголку — это наш бэкстич. Конечно, хорошо, что это все компактненько и помещается на одном листе, но, если честно, я не очень вот люблю такую комплектацию, когда на обложке у нас есть и схема. Я все-таки как-то люблю, чтобы это было все отдельно. Ну и глянцевость, не знаю, глянцевость не очень люблю, но мне, в принципе, не так страшно. Ну а кто зачеркивает схему, учтите, что в этом маяке есть подводный камушек, схема глянцевая. Вообще, на самом деле, очень красиво. Вот такой вот мы набор с вами посмотрели. На самом деле, я, наверное, скоро начну его отшивать. Ну, а посмотрим, как быстро это случится. Ну, все, мои хорошие, всех люблю, всем пока, легких крестиков.